Я тут выиграла в конкурсе. Ну как, не в конкурсе, я постоянно путаю конкурс и розыгрыш. Розыгрыш я выиграла, а не в конкурсе. В общем, выиграла в розыгрыше 300 рублей сертификатом. Был он у вот этой вот девочки, которой ник Inspireland. Извините, я не умею читать по-английски. В общем, да, вообще девушку зовут Алиса, и она вот делает тоже такие же милые товары, и у нее тут очень много всего с рыжим котиком. Я так понимаю, что это ее котик, вроде бы его зовут Кузя. И я предполагаю, что я, наверное, закажу что-то с рыжим котиком, возможно, либо я закажу секретный набор. Я за этой девушкой слежу уже с начала своей деятельности, наверное, вот с марта, получается, с апреля. У нее очень красивый магазин. Я когда делала свои фотографии, я также вдохновляюсь ее фотографиями. Живые цветы. Почему у меня на некоторых фотографиях живые цветы? Вот именно из-за таких вот авторок. И у нее очень все красивенько, розовенько, все как я люблю прям. У нее тут есть и рисованные всякие наклеечки, и фотографии. Тут в основном, я так понимаю, что у нее с фотографиями наклейки, но меня радует, что эти фотографии сделаны ею, а не украдены с интернета. Тут как раз-таки с ее котиком тоже есть всякие фоточки, наклеечки. И я сейчас смотрю и выбираю, чтобы заказать. Я уже думала, что чтобы заказать что-то у нее, когда у нее был, по-моему, день рождения, что ли, то ли магазин, то ли ее день рождения, я уже не помню, по-моему, ее день рождения. Хотела тогда заказать, но тогда у меня все деньги ушли на печать, и пришлось отложить эту идею. И сейчас я буду рассматривать и смотреть, заказать ли мне лучше отдельно самой собрать набор, или просто заказать секретный набор, потому что у нее также есть эти вот секретные наборы где-то. Есть в виде боксика, кстати, можешь в виде боксика заказать. Прикольно, посмотри, что в боксик входит. В общем, в виде боксика есть, есть в виде большого бокса, есть в виде вот такого же, как я делаю в этой... В тишью. Очень приятно. Я никогда в таких конкурсах не выигрывала именно от каких-то магазинов. По-моему, ни в одном. Никогда. Неважно, магазины это авторов, мерча и так далее. Это вообще первый раз. Я еще читаю результаты розыгрыша. Думаю, ну да, как обычно, не я. Вот, ничего удивительного. А потом смотрю Диана. Потом читаю ник Диана Даркмун. Я такая, а. Это, по-моему, я. В общем, очень забавно было. И я прям как-то обрадовалась. И... Ой, тут какое-то предсказание на день. Ну-ка, открой. Помни, что ошибки — это возможность учиться и становиться сильнее. Понятно? Я все-таки сдалась и сделала акриловый брелок. Почему сдалась? Потому что в каком-то из влогов я рассказывала, что мне не очень нравятся такие акриловые брелочки. Я их не покупаю, не ношу, не вешаю никуда. Мне это не интересно. Но потребовалось где-то полгода, наверное, чтобы я приняла их, так скажем, в свою семью мерчедельскую. И вот теперь у меня будут акриловые такие брелочки, но будут они только где-то в ноябре, что-то около того. Сделала тут с Кусимиркой и Жирабоком, где Жирабок тьмокает, а Кусимир такой не тьмокай, не тьмокай. Я тут хотела еще как раз таки написать, тут типа не чмокай, вот тут вот я хотела написать, точнее не тьмокай через Т, а тут типа тьмок. Но из-за того, что он будет двухсторонний, а я хочу двухсторонний, тогда пришлось бы что-то с этой надписью делать, либо с другой стороны ее не писать, либо как-то отображать, чтобы она умещалась вот эти вот края, так скажем, вот в этот обрез. Я, короче, не придумала, как сделать это лучше, и решила, что да, пусть будет без надписи, и пусть будет просто сердечко. Я еще думала над этой штукой, может быть, из нее сделать именно стендик такой небольшой. Знаете, акриловые стенды тоже есть, я их тоже не люблю. Но я посмотрела, что они бывают такие вот буквально маленькие, там сантиметров 6 в длину. И они выглядят довольно-таки миленько. То есть ты куда-то на стол положил, они-то у тебя там стоят, смотрят на тебя, и довольно-таки миленько. Я думала еще об акриловом стенде, но, наверное, акриловый стенд я, возможно, из чего-то другого буду делать. Но там тоже будет Кусимирка и Жиробок, я думаю. Я уже думала над тем вот Жиробоком, который, блин, не найду, наверное, сейчас тут. Вот, Жиробок батя, который. Жиробок Подпивкович. Вот, я думала, возможно, из этого жиробока что-то сделать. Он такой хороший, я не знаю, я его везде уже, мне кажется, засуну, потому что он у меня уже наклейки на карты есть, он у меня в оформлении есть. Он еще будет, скорее всего, как наклейка. Я как раз-таки думала, может быть, его еще как стендик такой, и тут написать, типа, я полежу у тебя тут. Или что-нибудь тоже, по типа, смотрит на пупсика, что-нибудь такое тут написать, типа, смотрит на милашку или... Не знаю, смотрит на умничку, что-то такое думал тоже написать, но пока тоже об этом думаю, может быть, что-то другое для стенда придумаю. Я пока не уверена насчет
того, буду ли я много этих брелочков всяких акриловых делать. Но я бы очень хотела еще сделать одну гачу с акриловыми брелочками, но небольшими, буквально там сантиметра 3, может быть, и того меньше, чтобы акриловый брелочек был. Тоже с кусемиркой и жирабоком у меня есть одна идея, но и там нужно нарисовать, получается, вот примерно 6... что-то около того, может быть, 4 брелочка, не знаю, и это очень дорого будет еще плюс. Поэтому, да, поэтому пока думаю, и стенды тоже очень дорого делать, поэтому над ними тоже пока думаю, нужно ли. Этот акриловый брелочек, он должен быть полностью защищенный, потому что там печать будет внутри акрила, плюс она будет двухсторонней, то есть двух сторон будет одинаковый такой рисуночек, и он будет защищен, потому что он будет внутри акрила напечатан, и то есть у вас максимум, что может случиться, это поцарапаться сам акрил, но рисунок никуда не должен деться, по идее. Я не знаю пока, как это все будет в жизни выглядеть, потому что это мой первый раз будет, но я вот нашла вот такой вот типографию, точнее коллективный заказ, эту типографию, и надеюсь, что все будет хорошо. Заказала 30 штучек пока, что размеры будут вот 50 миллиметров, ну 51 миллиметр почти. Фрагмент видео был записан еще 29 августа и должен был выйти где-то влога 4 назад, наверное, но случилось кое-что странное, и я поэтому не знала, что с этим фрагментом делать. Мне не хотелось его показывать, чтобы как-то вводить какую-то смуту, наверное, и непонимание, потому что определенность пришла только, наверное, пару недель назад насчет этого заказа, и то я не до конца еще уверена в том, что действительно ли мне придут брелочки. Надеюсь, вы не против, что я появляюсь в таком виде, записываю это все на вебку, потому что мне не захотелось записывать просто как звук на фоне, чтобы у вас была какая-то картинка тут, а не просто непонятно что-то творилось на экране. Но камеру ставить мне неохота. В общем, разъясняю ситуацию. Я записалась в коллективный заказ, я уже упоминала об этом. И этот коллективный заказ был в Китай. Потому что таких брелочков у нас в России не делают. Я упоминала, что запечатка будет внутри акрила, потому что это намного безопаснее для самого рисунка. То есть рисунок не пошкрябается, акрил может пошкрябаться, а вот рисунок останется на месте в любом случае. И это считается, что это намного лучше, чем то, что печатают у нас тут в России. У нас в России как раз-таки печатают акрил, как бы, то есть у вас слой акрила, и потом там наносится рисунок сверху. Так, немного вмешаюсь в мишени, потому что пока я монтировала этот влог, я наткнулась в одной группе на запись о таких же брелочках, но их изготавливают в России. Но, к сожалению, эта запись была опубликована все равно позже, чем этот коллективный заказ появился. Он был опубликован 21 сентября, по-моему. А ну, заказ мы отправили 15 числа, а должны были вообще 1 сентября. Но меня смущает в этой типографии российской только то, что почему-то этой услуги нет у них в услугах, соответственно. То есть есть только запись на стене ВКонтакте и все. Но, видимо, нужно уточнять в личных сообщениях. Но теперь я буду знать и, скорее всего, наверное, если будет такая же печать, как и печать в Китае, то есть будет одинаковая технология, потому что я в этих технологиях вообще не разбираюсь, но выглядит так, как будто бы это одна и та же технология. В общем, если все будет одинаково, то, скорее всего, наверное, уже заказывать еще раз я буду в российской типографии и уточню, точно ли они делают такое. Все, смотрите дальше. Я про все это прочитала. Это вообще, как я сказала, мой первый акриловый заказ, акриловое изделие в моем магазине, возможно, будет, если оно придет ко мне. Но я про все это прочитала. Я узнавала у других там авторов вообще, как это все происходит, как лучше там и так далее. Конечно же, самый лучший вариант мне объяснили, что вот этот, но он долгий, потому что, опять-таки же, заказ идет в Китай, потому что делают там ближайшие к нам люди, делают только там, ну и дешевле делают там. Но ждать этого придется пару месяцев, то есть если ты заказываешь в России, ты можешь уже там через неделю, две получить свой заказ и уже продавать. А тут придется ждать пару месяцев. Меня, конечно, это немножко тоже напрягает, потому что хотелось бы получить как можно скорее, чтобы уже выставить на продажу. Но меня даже также очень волнует вопрос качества. Я сама искала также на сайтах китайских, в том же Алиэкспрессе, есть ли какие-то вообще люди, которые такое делают. Конечно же, они есть. Я себе сохранила несколько продавцов, которые могут это мне сделать. Но проблема с Алиэкспрессом и со всеми этими китайскими людьми в том, что с ними очень тяжело общаться. Я уже рассказывала про свой опыт, как я пыталась заказать декоративный скотч, и как мне там ответили. Точнее, вообще не ответили. И опыт других людей. Я также заметила, что Китай могут вас не понять.
что вы хотите, потому что вы пишете на русском, они там, ну, максимум, дай бог, знают английский. Даже если вы пишете на английском, не факт, что они вас поймут правильно, потому что, ну, например, я не знаю никаких английских таких слов, которые обозначают там запечатку внутри, там и так далее. То есть я все это делала бы через переводчик, и, естественно, могла бы где-то ошибиться. Поэтому решено было ждать и искать коллективный заказ, где за меня человек напишет этому продавцу, ну или не этому, неважно, и закажет, а я просто дам свои, как бы, вот картиночки, размеры, все на свете, все, что можно, и денежку. Я была готова заплатить за это вот посредничество, так скажем, да, то, что человек за меня общается, потому что коллективные заказы не все берут оплату вот эту вот за комиссию, за участие, так скажем, но некоторые берут. Тут же в коллективном заказе было сразу же указано, что с вас 200 рублей за участие там и так далее, а если вы хотите забрать там на каком-то маркете, на маркете, то с вас 500 рублей. В целом, уже поначалу очень странный был коллективный какой-то заказ. Во-первых, это первый коллективный заказ у этого человека, и это первый минус и первая настороженность, наверное, должна была быть. И я очень долго, правда, не вписывалась в этот коллективный заказ, потому что я смотрела, вообще разбирала, что происходит. На самом деле в чате происходило просто что-то непонятное. Все что-то писали, все что-то хотели. Я понимаю, что все хотят там и это заказать, и другое заказать. Не было какой-то определенности в чате, то есть не было какого-то документа, где все было бы прописано там и так далее. Да, потом эта девочка создала там статьи, написала, прописала там все вроде бы, но все очень было так сумбурно, непонятно. Я участвую, получается, вот в третьем коллективном заказе, наверное. То есть первый это был на обложке на паспорт я участвовала, вот в этих вашетейпах, декоративных скотчах я участвовала, и вот третий я участвую в коллективном заказе к брелочкам. Также состою в очень многих других коллективных заказах по всяким там и блокнотам и так далее. И я слежу за тем, как люди общаются там, как общается руководитель коллективного заказа, как общаются люди между собой. И то есть в сравнении со всем этим, коллективный заказ, в котором я вот решилась поучаствовать, выглядел очень как-то очень сумбурно и непонятно на самом деле. Потому что, опять-таки же, это первый опыт у этого руководителя коллективного заказа, и она вообще такое чувство, что не очень понимает, что она делает. Хотя она вроде бы очень хочет, хотела, по крайней мере. Сейчас уже не знаю, хочет ли она устраивать еще такие вот коллективные заказы. Я буквально за 2 дня до окончания дедлайна, по-моему, решила такая, все, мне точно надо, я хочу все. Я загорелась идеей, что я хочу. Я хотела на самом деле несколько заказать брелочков, но думаю, нет, дайте-ка я подожду, закажу один пока вид брелочка, а потом посмотрим, если все будет хорошо, закажу еще, потому что планировался еще через месяц или два, по-моему, еще один коллективный же заказ к этим же людям, и я решила, что нужно хотя бы попробовать, потому что делать сразу большой заказ не хотелось, потому что там и так мой заказ выходил там на 3 с лишним тысячи рублей, плюс еще доставка там и так далее тоже нужно. И что странное для меня показалось, когда я решила уже участвовать, что нужно заполнять Google опросник, или как это называется, то есть тебе нужно заполнить вопросы, что ты хочешь заказать, сколько штук там и так далее. А если ты хочешь что-то поменять, тебе придется писать организатору коллектива, чтобы он поменял там тебе не 30, например, брелочков, а 20 написал и так далее. И это очень неудобно, потому что, например, в тех коллективных заказах, где участвовала я, у вас общая Google-таблица, в которую вы все вписываетесь, выписываетесь, что хотите делаете, добавляете, убавляете. Ну, конечно, там есть некоторые правила убавления, добавления там и так далее, но ты свободен, грубо говоря, в своем выборе, что ты хочешь делать. И ты видишь, ты можешь зайти и посмотреть, что ты там добавил в любой момент. Тут же такого не было. Не было никакого общего Google Дока или Google таблицы, где было бы прописано, кто каждый что заказал. Была одна Google таблица, где было прописано, сколько всего заказали всяких там стендов, брелков и так далее. И я ориентируюсь на эту информацию, такая, о, выходит очень большая скидка, там скидка, по-моему, почти 50% или даже больше была, или около того. Такая, блин, такая хорошая скидка, то есть половина цены, нужно записываться. То есть там набралось только брелочков в сам коллективный заказ. И вот я решила, что я все-таки запишусь, наверное. Но потом случились некоторые обстоятельства у организатора коллективного заказа, у нее там сломался комп или что-то такое. И
Коллективный заказ задержался аж до 15 сентября. И вот это вот время до 15 сентября шло бурное обсуждение, а что, когда, где, вообще чего. И получилось так, что эта девочка, она не узнала до конца вообще всей информации у самого производителя. До еще 15 сентября, когда дедлайн был еще 1 сентября, уже были такие некоторые флажочки, которые говорили о том, что, возможно, организатор коллектива не очень, не то что не ответственный человек, стеснительный, возможно. То есть он такой, как я. Я тоже такая, ик-пук вот это вот, а можно мне какой-то вот ответ, пожалуйста? Не хочу вас беспокоить, но можно, пожалуйста, вот так вот. То есть я стараюсь там лишний раз работников полок, например, не беспокоить, там не говорить, ой, переставьте, пожалуйста, там вот этот стикер туда-то там и так далее. То есть я раз в месяц задаю просто указания работникам полок, как расставить все на моей полке и все. Потом, если я вижу, что что-то вдруг криво стоит, там стикер не там, открытка не на том месте, то я не говорю, там, поменяйте еще раз, потому что им приходит бегать, менять все, и мне это неудобно. И вот этот организатор коллектива, он такой же человек, как я. Но таким людям, как я, нельзя устраивать коллективные заказы. Я вот прям увидела в ней себя, потому что она такая прям тоже вроде бы гиперответственная, но в то же время она стеснительная и какая-то вот мешкающаяся, или как это назвать, я не знаю прям, какое слово подобрать под это. То есть я сейчас объясню ситуацию. Люди в коллективном заказе задавали некоторые уточняющие вопросы ей, типа, а сколько вот будет доставка, и суммируется ли вот это вот с этим там и так далее. Она такая, я не знаю, на все это отвечала. И ей говорили, так спросите у производства, вас же никто за это не побьет, у вас там деньги за это не попросят, просто задайте вопросы там и так далее. Она такая, блин, я уже и так много вопросов задала, так что мне уже неудобно, мне уже как-то не по себе задавать еще вопросы. Но ты, блин, организатор коллективного заказа, ты отвечаешь за там 30 людей, допустим, да даже за 10 людей ты отвечаешь, какая разница, за сколько людей ты отвечаешь за других людей, ты взяла с них денег, то есть ты взяла комиссию заранее за все это. То есть обычно комиссия оплачивается тогда, когда оплачивается весь уже заказ, да? А тут комиссию нужно было платить заранее. То есть когда ты заполняешь Google таблицу, вот это вот Google Doc, Google опрос, тебе нужно прислать еще скрин с чеком, подтверждение, что ты оплатила комиссию за участие. То есть тебе люди... Да, это 200 рублей всего лишь, но некоторые люди 500 рублей заплатили. То есть даже если это 200-500 рублей, то тебе за это заплатили, узнай. Тем более ты сама в это вписалась, никто тебя не просил это делать. То есть напиши там и так далее. Неважно, сколько ты там вопросов задала, хоть ты 50 вопросов задай этому производству, это твоя обязанность, потому что ты взялась за это. И будь добра отвечать на вопросы, которые очень важны для других людей. Там действительно были вопросы, которые были важными и были решающими, возможно, в некоторых случаях, чтобы сделать заказ именно тут. Но как-то я на это решила закрыть глаза и такая, ну ладно. На все вопросы, которые интересовали меня, в принципе, я нашла ответы, так что, ну, другие вопросы меня не интересуют, может быть, и ладно. Но на самом деле на это нужно было обратить внимание уже тогда, и не нужно было делать заказ там, но из-за того, что я не знала, где еще можно сделать заказ, потому что я не нашла больше никаких других коллективных заказов, хотя потом я нашла, когда я уже все уже готова была, вот буквально, не знаю, дней 15 назад, наверное, как раз 15 сентября я, наверное, нашла еще один коллективный заказ, где можно было бы сказать, и там намного быстрее все пришло бы, и было бы так же, но не суть, в следующий раз, возможно, буду заказывать уже там. И, в общем, возвращаемся к 15 сентября. С 1 по 15 сентября как раз были еще некоторые непонятные моменты, потому что оказалось, что акрил разных размеров, ну, я буду говорить только про брелочки, потому что меня интересуют только брелочки в этом коллективном заказе. Хотя, на самом деле, дайте я еще упомяну один момент, вспомнила сейчас резко. До вот 1 сентября коллективный заказ брались буквально все позиции с сайта, а там очень много позиций на этом сайте было. То есть это был отдельный сайт, это не Алиэкспресс, а именно сайт, где очень много всяких позиций. Там и какие-то машинки, и пеналы, и ручки, и все-все-все, в общем. Как по мне, это неправильно. То есть нужно как-то разграничивать, то есть нужно узнать у людей, что они хотят заказать, то есть брелочки там, стенды и так далее, и все. И вот только за три заказа отвечать, грубо говоря, то есть за три позиции, за брелочки, стенды, например, и, не знаю, декоративные скотчи. Но эта девочка решила взять все позиции, даже если там 10
изделий заказали, то есть один человек заказал 10 изделий, даже это она брала, хотя нужно было изначально ограничить такие вещи, то есть видно, что позиция не популярная, и сказать, что мы это заказывать в этот раз точно не будем, если наберется в следующий раз, то будем. Но она такая, нет, мы все закажем, мы все сделаем, там и так далее. Там была и проблема, что она взялась за большой объем, который она как не структурировала, никак не организовала, никак не продумала этот момент, потому что, опять-таки же, это же нужно еще доставить до нас, а таможня, а все остальное, то, что сейчас ограничение там на 200 евро, по-моему, или что-то такое. И, в общем, возвращаясь опять к первому 15 сентября, возникла как раз-таки вот эта проблема, что, оказывается, брелочки разных размеров не суммируются в один тираж. То есть сначала была информация, что все брелочки, то есть там было... 5 размеров можно было заказать, но я видела, что заказывают, по-моему, 2 самых популярных размера. Это вот тот, который я заказала, и чуть поменьше. И оказалось так, что вот этот вот размер поменьше, и мой размер, он не суммируется в итоге, хотя... Значит, сначала было сказано, что все размеры. Как раз-таки, возвращаясь к тому, что девочка не хотела спрашивать, уточнять у производства вообще, как это все суммируется, и возникло вот такое вот недопонимание. То есть у нее тогда спрашивали, узнайте, пожалуйста, если мы закажем все разных размеров, будет ли это за один кет, как бы считаться там, да, или как это называется, за один заказ. Но она такая, ну, там на сайте написано, что все акриловые позиции считаются за один заказ, так что я считаю, что считается за один заказ. Но нет, это нужно уточнять, все ли акриловые, то есть акрил же бывает какой, он стенды бывают, брелочки бывают, сережки бывают, они разных размеров бывают, прищепки всякие бывают, но это же разные изделия, по сути, даже если брать брелочки, то они же бывают разных размеров. И по итогу оказалось, что это все не суммируется, как она узнала уже, когда мы уже собирались оплачивать заказ. Из-за этого в этот момент все начали выписываться из коллективного заказа, типа, ой, это слишком дорого выходит, если все это считать там и так далее. Они еще отвечали ей долго насчет этих цен итоговых там и так далее. Еще в один момент было очень странно, что она такая... Кто-то, короче, хотел выписаться из коллективного заказа и написал в чате то, что я не хочу, извините, участвовать в коллективном заказе, потому что выходит очень дорого, у меня нет на это денег, и вообще вы как-то, ну, все не уточнили сразу, и я надеялась на другую сумму, а сейчас, ну, сумма намного больше, чем я ожидал, поэтому, типа, выпишите, пожалуйста, мне из коллективного заказа и верните комиссию. И она там пыталась как-то человека оставить, она писала, что извините, я уже не могу вас там выписать, там и так далее, хотя мы еще тогда ничего не оплатили, и выписать можно было легко, ну, не захотел человек заказывать там и так далее, что в этом такого. Если бы мы оплатили, тогда еще, да, тогда уже ты не вернешь деньги. Потом эта девочка начала в панике искать похожих продавцов на Taobao, по-моему, тоже на каком-то китайском сайте, в общем. И я просто на это смотрела и думала, господи. Она просто пыталась угнаться за всем, хотя... Просто нужно было задать вопросы изначально, еще до того, как организовывать коллективный заказ, узнать все моменты и прописать все это в статьях где-то у себя там в группе ВКонтакте или где-то в закрепе или в Google Доке, неважно. То есть все это можно было на самом деле узнать, избежать всей этой ситуации, всей этой путаницы и всей этой непонятной какой-то... Не знаю чего. Непонятной организации. И потом мы чуть вот из-за того, что была непонятка вот этих вот в ценах, мы чуть не перешли на заказ на Стау. Если бы мы перешли на заказ Taobao, или как он там называется, я бы, наверное, отказалась от коллективного заказа, потому что там я не хотела заказывать, так как там вообще непонятно было, что, как мы вообще, у кого заказывать мы будем, потому что мы будем заказывать у разных продавцов, там опять все не суммируется, и, короче... Да, и в этом я уже думала, выписываться или нет, но решила дождаться итоговых цен, когда она напишет нам, потому что большинство уже выписало, и оставалось очень мало людей, и я боялась, что выйдет очень большая сумма за все это. Но по итогу, в общем, там числа, не знаю, 17-18 она написала цены. Ну, вышло примерно так же, как я и ожидала, наверное. Ну, как, я ожидала меньшую, конечно, сумму, но думаю, и такая, в принципе, сумма пойдет, потому что, если заказывать тут в России, выходит примерно то же самое, и, возможно, чуть дороже, но это без учета доставки и без учета какой-то растаможки, таможки там и так далее. То есть это все тоже еще пока
Не до конца все известно. Я все еще не уверена, придут ли до меня эти значки, брелочки, точнее. И еще, когда мы оплачивали заказ, появилась некая странная комиссия, о которой не было указано нигде вообще. То есть была указана комиссия за участие и, ну, оплата за товар. Ну, естественно, за доставку тебе еще потом нужно будет оплатить, но за доставку там непонятно, сколько выйдет, потому что все это будет, во-первых, делиться потом на всех, я так понимаю, я надеюсь. И до меня еще доставка еще отдельная, скорее всего, будет там, да, другая сумма. Это все понятно. Но появилась странная комиссия в 200 рублей, уже когда нам сказали, давайте оплачивайте заказ. Я сначала подумала, что это 200 рублей комиссия... Вот ей, которую мы оплачивали, и я думаю, что не нужно эту комиссию переводить, но потом в чате начались обсуждения, типа, а что это за комиссия, а за что это, а куда это, а почему про это не было сказано, и про это нигде ни одной информации не было сказано, что будет еще комиссия за посредника или что-то типа того, и, ну, не знаю, такие моменты нужно упоминать, наверное, потому что мы заплатили 200 рублей комиссию ей, заплатили 200 рублей комиссию посреднику, потом еще за доставку, и за все это будем все равно платить. И, в общем, коллективный заказ вышел очень дорогой в любом случае, он вышел дороже, чем я ожидала, потому что, опять-таки же, очень неорганизованно, очень как-то сумбурно и непонятно все это было. И я сейчас немножко жалею, что я все-таки решила остаться, наверное, но думаю, ладно, попробуем заказать. Но в следующий раз я, скорее всего, то есть я вот заберу свой заказ, и я, скорее всего, выйду из этого коллективного заказа, я там больше никогда не буду состоять и участвовать именно в этом коллективном заказе, потому что меня это все вообще не устраивает, мне все это не нравится, но я решила попробовать рискнуть, что же получится. Тем более я там не 30, не 20 тысяч заплатила за все это, хотя не знаю, сейчас приедет доставка и сколько она будет, ну если приедет, и сколько это будет стоить, тоже неизвестно, поэтому я решила сейчас об этом вам рассказать, просто чтобы высказать свои эмоции и то, что, наверное, у меня скопилось, потому что, ну, там в чате я не вижу смысла про это рассказывать, потому что там и так все жалуются, что я еще один человек, который будет там жаловаться, зачем это нужно. А на своем канале я могу что угодно рассказывать вам, веселить вас там и так далее, историями этими. В общем, вот так вот. Хочу просто сказать, если вы хотите организовать коллективный заказ, пожалуйста, не организовывайте его, если вы, не хотите уточнять какие-то вопросы, которые могут возникнуть в коллективном заказе, а они, скорее всего, возникнут, если вы что-то не уточнили до конца. Б. Пожалуйста, прописывайте все комиссии, за что, кто, сколько берет. Потому что скрывать какие-то комиссии, это, ну, неправильно. Потому что, например, кого-то может не устроить, оплачивать комиссию аж 400 рублей уже получается, а кому-то 700 рублей, потому что 200 туда, 200 туда. У меня вот 400 рублей, грубо говоря, комиссия вышла, да? Плюс, если вы делаете в первый раз, пожалуйста, не берите большой коллективный заказ. Берите там пару позиций, брелочки, стенды там и так далее, и все, хватит. Не надо брать все позиции с сайта, пожалуйста. Четвертое. Будьте готовы, что вам придется общаться с очень большим количеством людей. Даже если их будет 10, то вам придется всем этим 10 людям отвечать. Эти 10 вопросов пересылать производству, чтобы они потом вам ответили, там вот этими пересланиями заниматься каждый день. И особенно, если вы делаете заказ куда-то там в иностранную компанию, там, не знаю, в Китай, еще куда-то, то 10 раз об этом подумайте, хотите ли вы это делать, потому что вам придется общаться с иностранцами, это раз. Во-вторых, это переводить нам, заказчикам. И в-третьих, думать о доставке, о таможне и всем вот этом вот. Такие у меня выводы на этот счет. Спасибо, что послушали. Надеюсь, мне брелочки приедут. Об этом мы узнаем только, ну, в ноябре, в декабре, что-то около того. Вот. У нас с вами новый онлайн-заказ. Это вот стикерочки. Ну, только стикерочки, короче. Тут как раз новые осенние новиночки и стикер-пак завтра, который был сделан из моих картин. Вот. Нам это все нужно собрать, и еще я положу подарочный стикер, потому что там, ну, набирается на нужную сумму, можно сказать. Вообще у меня есть, как сказать, цель, желание или мечта, называть как хотите. Хочу видео, полностью состоящее из онлайн-заказов. Ну, конечно, там, да, там, как сказать, я хочу как-то снять, возможно, интересно, красиво. Ну, уж не интересно, может, просто красиво. Возможно, там, может быть, на какие-то вопросы отвечать, я не знаю. Есть ли ко мне какие-то вопросы вообще, я не знаю.
Я хотела в телеграм-канале опубликовать ссылку для анонимных вопросов, потому что я хотела заснять в один момент подкаст про мерчедельство. Но что-то я столько уже влогов и сняла, каких-то других подкастов смежных с этой темой, что мне кажется, что мне уже говорить нечего. В принципе, как будто я уже все сказала, знаешь, какие ко мне еще могут быть вопросы. Плюс я еще об этих анонимных вопросах думала, что, возможно, иногда в эти же влоги, у меня бывают моменты во влогах, где я ничего не говорю, где просто картинка идет и все. Я думала, возможно, вот в эти моменты было бы прикольно вставлять как раз таки эти вопросы, если они, конечно же, будут. Поэтому вот, я даже не знаю, есть ли ко мне какие-то вопросы, или вам все понятно, или вам ничего не интересно, прям пофиг. У меня еще нет печати своей, я бы очень, конечно, хотела, чтобы печать ставить его Dark Mood, и все. Так как у меня этой печати нету, я вот клею наклеечки с кусимиркой и жиробоком на упаковочке. Ну, начала, по крайней мере, так делать. На заказы, которые через ВКонтакте идут, не через Озон. Потому что на Озоне я боюсь, что могут отклеиться или еще что-то сказать на эти наклеечки, поэтому я их сюда на Озон не клею. Небольшой обзор покупочек того, что мне пришлось забрать с почты. Во-первых, мне пришла вот такая штука. Сейчас как бы вся адрес свой спрячу, чтобы вам ничего не палить. Во. Такая вот штука, она до меня уже дошла, я заказала. Там два секретных набора. Я не знаю, что в этих наборах, потому что они секретные, естественно. И я хотела открыть эту штуку на видео, но, к сожалению, уже не светит так солнышко в моё окно. Я хотела, чтобы под солнышком красиво было. Ну, хотя, не знаю, сейчас посмотрю, попробую поставить камеру, может быть, будет хорошо. Я хотела снять вертикальный видос, чтобы выложить там, не знаю, в Телеграм. И самой девочке отправить. И еще думала вот снять на камеру отдельно вам, чтобы во влог ставить, чтобы оно было горизонтальным. Вот. Поэтому сейчас насчет этого подумаю, это пока не открываю. Заказала себе ежедневник, так скажем. Мне нужен был такой ежедневник, как тетрадочка. Вот, то есть у меня вот есть вот эти вот обрубки тетради каких-то вот эти вот, что это такое вообще. Это очень неудобно для меня стало. Вот это, во-первых, очень маленькое, я его использую теперь в основном только для каких-то заметочек, для видео. Например, у меня тут вот заметки, какой тайминг нужно ставить, какое видео на ютубе. Вот, а мне нужен был вот прям такой вот нормальный ежедневник. Заказала от Фала. Нормальный ежедневник, чтобы, во-первых, его украшать было красиво, прикольно. Чтобы он был в точечку, мне нужно было. И еще я тут хочу начать писать отчеты по каждому месяцу, по каждой полке. Поэтому мне тоже нужен был такой ежедневник, потому что так мне писать удобнее, нежели на компьютере. На компьютере я хоть это и пишу, но на компьютере я что-то путаюсь, когда что. Мне нужен вот прям отдельно такой, я что-то увидела. Отдельно такой ежедневник, короче, мне нужен был. Тут наклеечку мы положили, Falafel Books. Очень красивая, очень приятная обложка такая вот прям. Она такая плотненькая. Не знаю, какая тут бумага. Ну, обычная тоненькая бумажечка. Поближе вам. Тут еще вот это место красивенькое такое. Ничего особенного, просто ежедневник, без всяких обозначений, без всего. Просто листочки. Вот, буду красиво вести и заполнять. Может, сюда что-нибудь приклею на обложку, не знаю, посмотрим. И последнее, сейчас жиробок уйдет. Жиробок, уходи. Последнее тут, короче, чехол для телефона. У меня новый телефон, и из-за этого нужен был ему новый чехол, потому что мои чехлы уже, ну, как бы не подходят. Телефон и этот.
Голод кривой. Я надеюсь, что нет. Сейчас попробуем вставить. Долго выбирала, долго смотрела. Выбор на Алике становится все хуже и хуже. Я не знаю, что с поиском Алика случилось, но мне нравится там поиск. Купила с котиком. Просто нашла вот такой вот. У меня было два варианта тоже с котиками. Какие-то смешные котики были нарисованы на том и на том. Вот так вот. Не знаю, будет ли мне удобно с таким чехлом, потому что он довольно-таки объемный. Вот эти вот штуки, они объемные. Вот, а сам телефон, он маленький, он удобный. Но чехол будет объемным. Посмотрим. Вроде не кривой чехол. Вроде нормально. Но к нему, конечно, надо будет привыкать. Рабок вам давайте покажу тоже. Потому что она тут пришла красивая. Сидеть, смотреть, что я делаю. Мне так нравились чехлы на моем прошлом телефоне. Но, увы, таких я не нашла похожих. Почему-то на этот телефон все чехлы вот такие объемные. Не знаю, почему. Возможно, это из-за камеры, потому что тут камера объемная, она выступает из телефона. Я, в общем, решила не ждать и распаковать прямо сейчас этот конвертик, не ждать завтрашнего утра. Я тут пыталась что-то организовать, поняла, что мне нужно менять эту вот стойку для телефона. У меня тут телефон есть, что сверху стоит. Давайте. Вон он стоит, снимает. Если не снимает, но будет снимать. В общем, поняла, что нужно менять стойку, именно та, которая цепляется за край. За край чего-нибудь, стола там и так далее. Потому что вот это вообще неудобно. Во-первых, она занимает очень много места. Во-вторых, хрен поставишь так телефон, чтобы не видно было вот этих вот ножек. Приходится приближать прям максимально. Я уже себе там посмотрела по отзывам других девочек. И думаю, надо брать все-таки, наверное, уже. Потому что раз уж у меня теперь есть возможность снимать на телефон, то почему бы и нет? Надо пробовать, потому что на камеру снимать еще труднее, все эти распаковки, все эти развороты и так далее. А телефон всегда с собой, во-первых. Во-вторых, удобнее на него снимать будет. То есть я только тут буду закреплять за подоконник или за стол, и все. Я, конечно, пыталась максимально аккуратно открыть эти пакетики, но мне не получилось, пришлось все порвать, все разворошить. Но я понимаю, у меня тоже такие же пакетики, их тоже приходится вот так вот рвать и потрошить беспощадно. Все очень красивенько, все очень миленько, все очень розовенькое. Вот. Сейчас еще пофоткаю. Заказала вот маленький набор. Маленький набор, реально такой маленький, это просто жизнь. Вот такой чубу-бубу. Такой миленький. А этот набор примерно как моего размера наборчики. Я тут вот разложила очень много всего всякого, вот, чтобы оформлять развороты. Может быть, даже сейчас на разворот какой-нибудь сниму. Все приклею и тоже фоточку выложу. Вот как раз и наклеечки есть, и открыточки есть. Не знала, что выбрать. Очень много всего красивого. И решила, что пусть автор выберет сама мне. Это все. Thank you.
Все, сняла и распаковку, сняла и разворотик вот в новом этом. Как его? Ежедневники сделала. Вот. Насчет спички, конечно, я не уверена. Спичка тут просто для красоты, но, наверное, я ее уберу, потому что, наверное, будет не очень удобно. Хотя, мне, наверное, будет неудобно. Но смотрится красиво, скажите же, где там разворот. Смотрится красиво. Минималистично, розово чуть-чуть. Нужно отфоткать и все. И надо будет смонтировать и выложить потом в канал и переслать авторке. Так-то я все тут посчитала, и оказывается, в моей голове были, наверное, не совсем правильные цифры, потому что я все это примерно рассчитывала из того, что, ну, то есть, как я рассчитывала, сколько я заработала на полке, из своих денег, которые я вывожу с полки, так скажем. А я, например, с иногородних полок вывожу два раза в месяц, в начале там и в конце, типа авансы и зарплата. Вот, с твоей полки я вывожу раз в месяц, я туда сама езжу и забираю денежку, а вот с иногородних стараюсь так, но не всегда так получается. Например, даже по этим подсчетам видно, что в Краснодаре все еще все плохо. И, например, в Краснодаре я вывожу раз в месяц, в полтора месяца иногда. В общем, в моей голове цифры были, оказывается, не совсем правильные, по крайней мере, по некоторым полкам. Я не очень люблю эти темы и денег, поэтому цифры называть я вам не буду, сколько я зарабатываю. По крайней мере, пока что я этим не буду заниматься. Возможно, через пару лет, когда я стану знаменитой и буду много зарабатывать, может, тогда я вам скажу, но пока нет. Пока мне некомфортно. Хоть я не скажу, что цифры, которые я тут вычла, они какие-то такие обижающие меня или еще что-то. Есть хорошие цифры, есть плохие цифры, все как-то поровну. В общем, я думала, что, например, в «Полке чудес» в Питере у меня довольно низкие заработки. Если, конечно, сравнивать с твоей полки в Самаре, твоя полка в Самаре у меня самая прибыльная. Но если сравнивать с твоей полкой в Самаре, то, конечно же, процент от аренды в Питере, он меньше. Потому что, например, в твоей полке я за аренду плачу меньше, чем в Питере за аренду. При том, что за аренду в Самаре я плачу за 2 месяца сразу, и у меня выходит чуть дешевле, чем если бы я платила за месяц. Но если брать месячную аренду, то процент, который я получаю, у меня получается прям большой. Тут много чего влияет, много факторов. У меня есть в голове некоторые мысли, почему так. Но меня очень обрадовало, что, оказывается, не все так плохо в Питере, в «Полке чудес», потому что я думала, что там намного все хуже. Я думала, что у меня в крафтике намного больше вышло за месяц, чем в Питере, но оказалось не так, вообще не так. Тут разница почти в 2 раза между ними. Самое худшее у меня получилось лисья полка, на удивление. Для меня это удивительно, потому что много кто хвалит лисью полка, что она такая прекрасная, чудесная, что там много получают. Не знаю, у меня что-то не получилось, при том, что отправить туда посылку очень дорого. Это самая дорогая посылка, отправляемая мной, потому что это в Новосибирске находится. И, ну, пока она меня тоже, не сказать, что радует. На удивление, в Краснодаре даже было чуть больше в августе на всего лишь 200 рублей, но Краснодар даже обогнал лисью полку. Вот насколько у меня как бы в лисьей полке, кажется, дела не очень. Хотя, опять-таки же, мне казалось, что в лисьей полке намного лучше, чем в Краснодаре. Ну и «Полка чудес» в Казани и «Крафтика», они такие средние позиции занимают. Я не скажу, что все хорошо, не скажу, что все плохо. Аренду закрываем, чуть-чуть получаем сверху. И, ну, нормально, но хотелось бы лучше, будем стремиться к лучшему. Вот так вот. Но я рада, что у меня хотя бы 2 из 6 полок выходят на хороший уровень. Я, конечно, не знаю, сейчас в сентябре продажи у всех не очень. В сентябре, наверное, эти цифры будут совсем другими, намного ниже. Но мне очень понравилось вести такой учет, потому что он реально показал то, что я получаю, а не то, что у меня было в голове, потому что в голове, я говорю, у меня были совсем другие цифры. Я тут уже расписала, у меня тут хватило до января строчек, и вот до января я буду точно смотреть, и потом еще как бы начну следующую табличку, потому что это очень интересно, занимательно наблюдать, где у тебя больше, где у тебя меньше, откуда, возможно, нужно будет съезжать. Но я пока всем полкам даю шанс. По крайней мере, лисьи полки я всего месяц. Я думаю, что как минимум до, возможно, марта следующего года я все полки эти буду стараться держать. Все 6 полок. Я еще хотела еще раз попробовать подать в «Полки чудес» во все, в которых меня нету. Но пока над этим буду думать, потому что нужно оплачивать аренду, оплачивать новые
всякие подставки и все остальное. Но хотелось бы в такие города тоже пробовать попасть, потому что, например, в твои полки меня не берут ни в одну, а в полки чудес еще есть возможность, что я туда, возможно, попаду. Потому что мой ассортимент с лета пополнился, изменился. Немножко некоторые позиции я убрала, некоторые добавила. Поэтому я думаю, попробовать еще раз подать, по крайней мере, стоит там где-то в октябре, возможно, попробую подать в начале. Может, кто-нибудь из них ответит мне. И тогда у меня прибавится еще одна полка в табличку. Правда, я тут уже наклеечки заклеила. Ну и что, сделаю еще одну табличку где-нибудь тут рядышком сбоку. Буду, наверное, еще вести здесь дела. Наверное, перейду с тех маленьких ежедневников, перейду сюда. Буду здесь вести дела на там октябрь, ноябрь буду писать. Возможно, просто дела на день здесь буду также писать. Очень удобный ежедневник. Мне очень нравится формат, и что он просто без рисунков и без всего вот такой вот хорошенький.